Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо вам большое, друзья, спасибо, что вы сегодня с нами, что вы выбрали этот клуб провести вечер с хорошей музыкой. Сегодня для вас играет оркестр, который называется Good Sound Orchestra. Молодые, красивые, талантливые ребята. Дмитрий Сапожников, барабаны. Брутальный Эльдар Тедуев, гитара. Не менее брутальный Александр Брыксин, заслуженный артист России, перкуссия, директор оркестра. Алексей Лебедев, бас-гитара. Валерий Степанов, клавишный. Ну и наша доблестная духовая секция, которую я представлю немного позже. Друзья, ну у нас ближайший концерт состоится 9, это я тоже для оркестра вот объявляю, 9 июня в клубе «Эссе». Так что если у вас будет желание, приходите, если вам понравится, будем очень рады вас всех видеть. Итак, сегодня для вас Good Sound Orchestra. Мы сыграем как авторские композиции, так и известные вам всем хиты. Но начнем мы с композиции, которую написал наш московский соотечественник, московский пианист Евгений Ревнюк. Она называется «Los Angeles». Thank you.
Спасибо. Валерий Степанов, соло на клавишах. Мы сыграем одну очень красивую композицию, которую написал Куинси Джонс. Эта композиция в свое время прозвучала в кинофильме. Такой был популярный в 80-х годах фильм. Валерий Степанов, соло на клавишных. Был такой очень популярный фильм «Последний девственник Америки». Если помните, какая забавная кинокомедия. И мы сыграем тему любви, которую написал Куинси Джонс, она называется «Just Once». Thank you.
Спасибо, друзья. А сегодня для вас у нас сюрприз. Сегодня с нами играет мой старший брат Анатолий Текучев. Вот он поднимается на сцену. Он играет на инструменте, который называется электрический вибрафон. А мы сыграем его композицию, которая называется «Мутабор». Мутабор — это сказочный персонаж, это не только участник группы «Мальчишник», но еще и сказочный персонаж, который получался во время того, как обычный человек съел какие-то психотропные препараты, например, грибы. И он превращался в этого мутабора. Собственно, я не знаю, откуда Анатолий взял эту легенду. Но композиция получилась неплохая, поэтому послушайте. Thank you.
вибрафона композитор, мой старший брат. Спасибо, Толик. Друзья, ну, сейчас я хочу пригласить еще один наш сюрприз. Это сюрприз вообще по жизни и подарок по жизни, что нам удается сотрудничать с такой замечательной певицей, замечательным человеком. Диана Поленова! Спасибо вам, друзья. Дианочка. Добрый вечер, друзья. Мы начнем с авторской музыки. О счастливой любви, радостной, мажорной, пусть это вас не удивляет. Thank you.
перед вами. Слава Тихачев, это его песня и наш бенд-лидер. Нам с вами уже хорошо. Надеемся, что и вам с нами также. И мы сегодня получим удовольствие от вашего удовольствия. В общем-то, это так и называется. I'm feeling good. Yeah.
знаете, жизнь оркестранта, жизнь музыканта – это вообще сумасшедшая какая-то вещь, непонятная. Но нам нравится, и об этом следующая песня «Living La Vida Loca». Я думаю, что вы присоединитесь, и вам понравится тоже.
Спасибо, друзья. Спасибо. Слава Тюхачев. Good Sound Orchestra. Восхитительная, великолепная, обворожительная, талантливая. Диана Поленова, друзья. Она еще к нам вернется во втором отделении, а мы пойдем на небольшой перерыв. Нам надо освежиться, выпить воды. Вот. Минут. Итак, друзья, спасибо вам, что вы высидели этот затянувшийся перерыв. Перед вами Good Sound Orchestra снова. Диана Поленова для вас уже исполнила композицию. Я хочу сказать, что завтра у Дианы Поленовой сольный концерт в клубе Jam Club Андрея Макаревича. Кто там еще не был, приходите, очень уютный клуб. Будет замечательная программа, Smooth Jazz. Диана мастер этого стиля, известные всем песни в ее аранжировках. Дэнни Расс, Александр Анатольевич, вы были уже. Александр Анатольевич, большой поклонник Дианы Поленовой. Да, недавно она мне подарила пару своих пластинок на русском языке. Детские песни для взрослых с Евгением Борцом. Замечательная музыка, замечательные тексты автора Евгения Борец, Дианы Поленова. Так что рекомендую, ищите ее пластинки, если найдете. Не знаю, где искать, но это очень хорошая музыка. Так, друзья, Good Sound Orchestra, Валерий Степанов, клавишные. Алексей Лебедев, бас-гитара. Дмитрий Сапожников, барабаны. Эльдар Петуев, гитара. Александр Петрович Брыксин, барабаны. Соло на трубе исполнял Антон Захаров. Максим Павловский на тенор-саксофоне. Друзья, мы сыграем еще одну композицию Евгения Ревнюка. Не удивляйтесь, почему так много композиций. Нет, он не заплатил, я ему еще должен заплатить за эти композиции, но я все оттягиваю этот момент, потому что денег, как всегда, на такие вещи не хватает. Но Евгений Ревнюк, он, слава богу, не жадный, ждет терпеливо. Но его композиция, еще одна композиция, она называется «Звездочет». We'll be right back.
сыграем композицию. Которую я написал уже, наверное, больше 10 лет назад. Волшебник. Друзья, знаете, я написал просто когда-то инструментальную мелодию, но к этой мелодии Диана Поленова написала слова. И она очень хорошо прочувствовала характер этой композиции. Она написала о том, что ветер всегда нам приносит какие-то перемены. И надо следовать за ветром, что бы ни случилось. Человек сказал когда-то: один мудрый человек когда-то сказал о том, что надо проживать день, как будто этот день последний, и потом со временем вы поймете, что поступали правильно. Друзья, давайте будем наслаждаться данным моментом, потому что момент больше никогда не повторится в нашей жизни. Завтра мы уже станем старше. Завтра будут другие заботы. А сегодня Валерий Степанов поражает своими детскими клавишами. Thank you.
Называется «Зеленый свет». Зеленый свет. Ну, друзья, хочется пожелать вам всем зеленого света в жизни, чтобы побольше было, чтобы пробок на дорогах не было, чтобы батарейка всегда работала. Итак, друзья, Good Sound Orchestra. Thank you.
Павловский, тенор, саксофон. Даниил Ненцов, тромбон. Андрей Джин. Антон Захаров, труба. Александр Петрович Брексин. Эльдар Татуев. Валерий Степанов. И невероятное соло на слэп-басе Алексей Могилев. И, конечно же, куда ж без нашего сердца Дмитрий Сапожников, барабаны. Ах, друзья, хорошая атмосфера, жаркая. Мы продолжим в таком же духе. Диана Поленова! Йоу! Смелее, друзья! Смелее! Поддержите ее, великолепно! Спасибо, Слава. А, помните, была такая картина? Вообще, оркестр сначала назывался Good Sound Man Orchestra. Вот это вот слово, оно подразумевается. Была картина такая в фильме. Дама достает сигарету, и тут же к ней тянется лес зажигалок. Друзья мои, а мне нужна подставка для нот сейчас. Посмотрим, что будет. Целую сумочку сегодня принес. Еще половину. Как говорится, прежде чем лезть куда-то, подумай, как я оттуда выберусь. Прежде чем подписывать какие-нибудь документы, подумайте, что вы будете говорить прокурору. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Так вот об этом песня из репертуара Ареты Франклин. Think! Подумайте!
хорошо подумали. Я уверена в этом. Спасибо вам, друзья. Я думаю, что маленькая вечеринка еще никогда никому не вредила. Особенно, если вы молоды и прекрасны. Будет песня, собственно, об этом. Она лирическая, она красивая. Ну, и нам бы, конечно, хотелось, чтобы это длилось всегда. Я желаю вам любителей, любимыми взаимными. Спасибо, друзья.
Good sound, obviously. Ой, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Я думаю, что сегодня, что вы есть с нами. Что мы будем, да, вы будете с нами есть. Друзья, ну думаю, что, наверное, вечеринка удалась сегодня. Мы к ней очень хорошо готовились, долго. И ребята на своем большом энтузиазме. Но вот у нас есть еще один солист, которого мы сегодня не представили. Вот он с краю сидит, красавец бородатый, с большим саксофоном. На баритон-саксофоне. Он сейчас сыграет соло. И мы, наверное, попрощаемся вам с вами этой замечательной, веселой композицией. Но прежде чем попрощаться, давайте потанцуем, что ли? Алексей Лебедев, Дмитрий Сапожников.
Ильдар Тедуев, Александр Брыксин, Александр Фирсов, баритон, саксофон, рэп. Александр Поздеев, тенор-саксофон. Максим Павловский, тенор-саксофон. Алексей Аплиян, альт-саксофон. Андрей Башев, туба. Сергей Капшин, тромбон. Андрей Савельичев, тромбон. Даниил Левенцов, тромбон. Антон Захаров, труба. Алексей Еленский, труба. Саркис Папазян, самая первая труба. И Андрей Зыль, труба. Спасибо, друзья. Спасибо вам большое. Приходите завтра в клуб «Джем» на улице Сретенка, 11. Концерт Дианы Поленовой, я думаю, не оставит вас равнодушным. Спасибо, друзья. Святослав Текучев также принимает участие в завтрашнем концерте. Увидимся до завтра. И Good Sound Orchestra, друзья. Спасибо. Alpha and Theta waves were spewed from the pores. Knowledge.